Здесь важно не проявлять агрессию. Важно дарить полицейским цветы, с ними разговаривать, входить с ними в дружелюбный контакт. И когда набирается большая масса людей, опять же, международная практика показывает, что внутри полиции происходит брожение. Брожение уже есть сейчас. Мы знаем, что основная часть полицейских живут трудной жизнью. Они представители народа. Они также живут, получая ипотеку по высоким процентным ставкам. Они живут в общежитиях, у них маленькая зарплата, их руководство принуждает участвовать в коррупционных схемах. Там огромное недовольство и брожение внутри полиции существует. И мы видели в Армении, как только эта колонна полицейских, какая-то часть начинает переходить на сторону народа, эта стена просто рушится. И наша задача – перетянуть полицию на сторону народа. Будьте какие-то добрые вещи для полицейских. Мягкие игрушки, цветочек, сделанный из бумаги. Совсем не обязательно нести живые цветы. Что-то яркое, какая-то подделка. Послание от своего сына, надпись, рисунок и так далее. Знаете, можно придумать, если озадачиться этим всем. Но для полицейских нужно что-то придумать. Мы все время должны будем с ними разговаривать. Мы все время должны будем к ним обращаться. Мы все время должны будем ломать этот стереотип агрессии, который им навязан властями. Ломать его можно только одним способом. Улыбаться людям, дарить им подарки. Поэтому думайте о полицейских, несите открытки, несите красивые рисунки своих детей, несите им какие-то мягкие игрушки. Это все нужно для того, чтобы смягчать их сердца. Это будет работать, поверьте мне.